Сорт острого перца Севенпот Баракпур Елов. Этот перчик относится к виду Capsicum chinense. Это, ребята, сверхострый сорт перца. Острота у него от 1 миллиона 350 тысяч сковелей. Это довольно-довольно острый перец. Это сверхурожайный сорт. И посмотрите, ребят, какие плоды у него висят. Вот такой, ребята, размер перца. Смотрите, какой он крупный. Плотный, мясистый и очень сочный. Просто бесподобный сорт. Этот сорт созревает от зеленого цвета, все видно. Потом постепенно переходит в желтый цвет. И когда уже полностью созрели перчики, он становится оранжевого цвета. Так он такого желтого цвета. Посмотрите, ребята, какие плоды крупные. Они очень-очень плотные. Такое растение может достигать высоту от 90 сантиметров до 1,5 метров. С одного такого кустика можно собрать до 150 плодов. Смотрите, какой размер плодов, ребят. Просто неимоверный. Очень крупный. Гляньте, какие. Вообще суперские. Смотрите, как он вяжется, интересно. Вот, гляньте. Вот один перец, второй, третий. И пошло. Смотрите, везде одни перцы. Перчики очень-очень крупные. Вот, смотрите, какая красота какая. Вот, гляньте. Какие размеры плодов. Красавцы. Это морщинистые перчики. Просто суперские. Просто бесподобные. Я уже говорил, острота у него от 1 200 000 до 1 350 000 сковерей. Очень-очень острый, ребят. Этот перчик берет свое начало от Баракпуры в Тринидаде. Почему у него такое и название? Это довольно редкий сорт. И очень-очень ароматный, ребята. Просто бесподобный. Срок созревания такого перца от 70 до 90 дней. Вкус у этого перца цветочный, парфумный, с небольшой сладостью. Если вы будете выращивать, ребят, такой перчик у себя дома, высота его будет где-то от 40 сантиметров. От 40 и может до 60. И вот он будет радовать вас такими крупными плодами. Если вы примерно будете выращивать хабанера, то у вас не будут очень крупные плоды. За счет того, что даже в почве, в открытом грунте, плоды у хабанера не очень крупные. А в горшке они будут еще мельче. Если вы, например, будете выращивать вот этот сорт, эти плоды будут чуть-чуть меньше, но все равно они будут довольно крупные. Не такие примеры, как у хабанера. Так что, ребят, я советую вам такой перчик выращивать у себя дома. Перец просто бесподобный. Вот он может еще иметь такую форму. Видите, как у скорпиона. Вот с таким жалом. Вот такие вот они все. Вначале начинаются. А потом уже потихоньку вытягиваются. И получаются вот такие вот. И вот жало у него. Вот он торчит. Этот перчик любит покушать. Так что перец, ребята, бесподобный. Советую всем. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.